Одним з основних напрямків товариства «Червоного Хреста» є робота патронажної служби, яка всіляко чинить медико-соціальну допомогу одиноким престарілим громадянам на дому. Також в товаристві є проєкт по обслуговуванню хворих на туберкульоз. Як повідомила голова товариства «Червоного Хреста» у Слов'янську Валентина Ковальова, організація має пункт прокату засобів реабілітації для інвалідів, такі як милиці, ходунки та інвалідні коляски. Кожен потребуючий ці засоби може звертатися до товариства. Славянская гуманитарная организация, общество Красного Креста, общественная организация, гуманитарная организация, благотворительная организация. Все услуги, которые оказывает Красный Крест, бесплатные. Но так как мы общественная организация, да, и никаких дотаций мы не получаем ни от государства, существуем за счет собранных средств. Наразі Червоним Хрестом пропонується придбання марок. Вартість однієї для учнів складає 5 гривень, для працюючих та пенсіонерів – 10 гривень. Один раз в год покупається марочка, чоловік становиться членом общества Красного Креста, і за счет цих средств ми безплатно допомагаємо всем, кто попал в беду. Если у кого-то есть, мы всегда обращаемся, просим, я же говорю, и к предпринимателям, и всем тем, кто может поделиться той же посудой, какими-то канцтоварами. Была акция перед 1 июня, День защиты детей, школы собрали там детки какие-то канцтовары. Были сформированы наборчики, и вот сейчас, к 1 сентября, детям, переселенцам, многодетным семьям были эти канцтовары переданы. Актуальною наразі в організації є служба пошуку людей, особливо якщо згадати події 2014 року. На цей час службою Червоного Хреста відновлені зв'язки 6 сімей. Сумісно з Люксембурзьким Червоним Хрестом та Товариством Червоного Хреста України був створений проєкт по відновленню зруйнованих будинків під час бойових дій у Донецькій області. Згідно проєкту, ступінь руйнації ділиться на три категорії. Также помогали людям восстанавливать, ставить окна, если кто-то своими силами, допустим, смог там то ли крышу перекрыть, то ли восстановить стены, да, или были просто выбиты стекла. Люксембургский Красный Крест помогал в восстановлении окон. На сегодняшний день, в 2016 году, да, у нас уже запланировано 20 домов третьей категории восстанавливаем мы, 21 дом второй категории, которые люди будут получать стройматериалы. В этом году, вот уже на следующей неделе, будет поставлено 88 семей, которые получили окна, да, которым восстановили, помогли с окнами. 400 окон будет закончено, тоже проводился тендер. В связи с той ситуацией, которая сложилось, да, у нас военные действия, когда были, у нас обязательно есть НЗ. К нам обращаются люди в любое время, и тогда, и сейчас обращались и обращаются те, кто попал в беду. И всегда говорю, когда прошли уже все инстанции, во все двери постучали, нигде никто не помог, а может быть кто-то чем-то помог, но человеку мало. И когда приходит Красный Крест, никогда никому не было отказано в помощи. Поэтому у нас есть какое-то НЗ. Вот недавно на Черевковке пострадали, сгорел дом, да, полностью. Люди обратились, мы им также оказали помощь. На сьогодні штат робітників гуманітарного товариства складається з 9 медичних сестер і 2 молодших патронажних. Вони обслуговують людей в Ніколаївці, Райгородку, Святогірську та Слов'янську. Патронажна служба сумісна з волонтерами також займається навчанням надання першої медичної допомоги. Такі курси також є безкоштовними. Щовівторка та щочетверга з 9:00 до 12:00 проводиться безкоштовна видача гуманітарної допомоги. За додатковою інформацією можете звертатися за телефонами 2-48-20 або 050 18 17 357. Я бы хотела обратиться ко всем престарелым гражданам города и района, чтобы сейчас очень многие мошенники пользуются случаем под маркой Красного Креста, приходят и входят к людям, да, в доверие и обманным путем то ли что-то продают, то ли что-то там как-то меняют, какие-то деньги. Я хочу обратиться, попросить всех, что
Ни в коем случае Красный Крест никогда ничего не продавал и не продает. Единственная патронажная служба у каждой медсестры, у каждого члена Красного Креста, не члена, а именно сотрудника Красного Креста, есть удостоверение. При первом же требовании показать удостоверение без проблем медсестра, то ли сотрудник Красного Креста, обязательно покажет. Во всех у нас есть удостоверение Красного Креста. Ну, может быть, другие скажут, что можно поделать, да. Позвонить, пожалуйста, по телефону 248-20, узнать, работает ли этот человек. Но самое важное, не вестись на то, что за какие-то копейки что-то продать, за полцены. Абсолютно никогда никто ничего не продает. Акцию, если мы проводим, человеку оказываем бесплатно. Все, вся гуманитарная помощь, вся помощь, которая идет от Красного Креста, совершенно бесплатна.